Чемпионом главного события WPT Russia становится Денис Шафиков. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Ну, расскажите, какие чувства прямо сейчас? Чувства переполняют, конечно. Очень рад. Как бы долго к этому шел, ни разу не выигрывал первое место. Ну, наконец-то это свершилось. Расскажите про финальный стол. Вы шли очень уверенно. Я разговаривала с каждым игроком, который выбывал из-за вашего стола, и каждый говорил, что выиграет Денис. У вас была такая же уверенность? Уверенность всегда есть как бы в себе. Ну, достойные были оппоненты. То есть очень понравился ВПТ в Сочи. Очень понравилось само место. Приезжайте, выигрывайте. А вы впервые? В Сочи, да. Обалдеть. То есть вы впервые приезжаете, сразу выигрываете главный турнир? Да, так и было. Как-то это изменит вашу жизнь? Может, вы теперь решите покером исключительно заниматься? Покер я играю постоянно, езжу на разные события. Ну, в турниры играю не очень много. То есть, ну, может, с этого дня как бы начну уже профессионально заниматься турнирным покером. А ваше имя окажется на Кубке чемпионов, который кубок путешествует по всем странам вслед за мировым покерным туром. И летом вы отправитесь на турнир чемпионов WPT в Лас-Вегас. Вы готовы? Да, я готов. У меня есть и виза для этого, и все возможности. Так вы хорошо подготовились. Да. Расскажите, кто был самым сложным соперником для вас? Самым сложным был Михаил. Почему? Агрессивный игрок в покер всегда опасный. А было предчувствие перед турниром или во время, что это ваш ивент? Нет, не было. Уверенность была в себе, но до последнего момента не верил. Денис, ну, мы вас еще раз поздравляем. Шикарной победы и ждем вас в Сочи на следующих наших сериях и на мировом покерном туре по всему миру. Спасибо большое. Спасибо.